Всем привет, Матвей на связи. Я для вас подготовил шикарный ролик, я долго над ним старался. Было много неудачных попыток, но все же я смог. Ну а если вы хотите поддержать меня, смело вводите тег автора MotiveCar в ежедневный магазин Fortnite, делайте скрины ваших покупок, высылайте мне в Instagram и попадете в ролик как следующие ребята. Не забывайте про подписку и лайк, это мотивирует меня снимать все больше и больше контента, причем качественно. Так что все в ваших силах. Мало лайков и никто не подписывается, что-то как-то не хочется больше ничего делать. С прошлого видео мне не дает покоя тот факт, что мы заняли топ-2, а не топ-1. Так что сегодня я намерен победить в режиме арена. Ну, начнем. Для начала включаем арену, нажимаем играть и ждем. О, нормально видео рыгнул. Так, ну на этот раз наш лог далеко, так что, скорее всего, мы там будем одни. Ну а пока мы летим, прыгаем. Еще летим. Ля, с нами еще какой-то пот слетит. Ну что могу сказать? Скучно нам не будет. Если он не приземлился на мейн здание, тогда приземлюсь я. Так, давайте пополним наш щит до 100. И все, у нас 100 щита. Нам нужен срочно дробовик, потому что неподалеку от нас гуляет чел. Блин, ну где он? Думаю, до сих пор нет ни одного дробовика, я не понимаю. Здесь тоже ничего нет. Так, давайте посмотрим в этом грузовике. О, да, не зря мы сюда пошли. У нас есть и банка, и тактик. Все, что мне нужно. Теперь отправляемся на поиски того чела и убиваем его. Норм ППХ теперь у нас есть. Что тут? Ничего. Да где этот чел, я не понимаю, он же здесь был. Воу! Фиолетовый тактик. Ничего себе. О, рыбка фиолетовая, неплохо. О, чел наш приперся. Думаю, да где он? Ха-ха-ха, лошара! Так, ну а нам пора валить. О, еще одна фиолетовая рыбка, нифига себе. Блин, а нам долго идти, ё-моё. Я боюсь, что мы используем все наши фиолетовые рыбки. О, я вижу там чья-то лодка. Значит, сюда кто-то уже приезжал. Так, давайте разрушим этот, короче, бочку. Нам надо пополнить хп. Нормас. Так, до зоны не так уж и далеко, так что мы сейчас блин туда доберемся. Главное, никого по дороге не встретить. Так, ну а мы до следующей зоны дофига идти, блин. Надо поторапливаться. Вот тут кто-то погиб, нормас. Ой-ой-ой-ой. Офигеть, тут золотая ракетница. Так, ну раз тот чел поставил джампэд, мы, наверное, на нем-то и улетим. Полетели. Сейчас зажмем паренька. И. Надо добить. И. Да, никто от нас не уйдет. Нормас мы. Он мой фраг застилил, да блин, урод, вот боже, у меня нет слов, какой же он идиот. Ля-ля-ля, он по мне стреляет, блин, надо валить отсюда скорей. Ё-моё, опять ты. Блин, улетел, хитрец. Ну ничего, мы сейчас воспользуемся твоим джампэдом и тоже улетим. Нормас, мы его так уделали. Так, осталось еще 5 человек, надо быть начеку. У нас есть 3 рыбки, это круто. У нас фул рез, это вообще зашибись. Кто откуда стреляет, я не понимаю. Кто нас опять килл украл? Ой-ой-ой-ой-ой. На, да! Теперь у нас есть томик. У нас есть... Сколько у нас дофига легендарных оружий, офигеть. У нас есть томик легендарный, офигеть. Пипец мы тащим, я это просто без слов
Я даже просто не знаю, что сказать. Это же офигеть, как круто. Автомат есть. Только я не понимаю, где присоска? Куда делась присоска? Присоска, видимо, пропала. Блин, мне лучше свалить. Норм, улетели. Нормас, давайте сундучок залутаем. И... Да ё-моё, чё вы мне мешаете? Я просто полутаться хочу, ребят. Короче, я тут решил. Ну нафиг это всё. Кто сидит? О! Чёрт, надо валить. Так, надо зажать. И... Нормас. Душим, душим, пацана. Ну же, мы его сейчас добьем. Норм! Топ-1! Боже, мы заняли наконец-то топ-1, офигеть! У меня просто слов нету, зовите меня на World Cup 2020, ребят, я вас там всех просто выиграю, я вам отвечаю, я выиграл!